Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поздравили участников Великой Отечественной войны и ветеранов вооруженных сил с 23 февраля. Партийцы навестили пожилых жителей муниципалитета с цветами и подарками на дому, либо передали их через родственников. Такая акция проводится ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества в знак благодарности старшему поколению за боевые подвиги и труд на благо Родины.